Селище енергетиків Комсомольське відсвяткувало 54-й день народження. Цього року, щоправда, не так масштабно, як завжди, розповідає селищний голова Дмитро Дігтяр. Зате й з новим гербом. Це буде перший герб в історії селища. Да, давно мы мечтали о том, чтобы создать адекватный герб, и который будет достоин нашего замечательного Комсомольского. Много раз выносился вопрос на рассмотрение сессии, отклонялись варианты, но последняя сессия был утвержден эскиз герба, и да, сегодня мы уже с гербом. Розпочалося святкування зі спортивних заходів. На футбольному полі зустрілися ветеранські команди селища Комсомольське та харківського металісту. Це хороша гра, приймали ветеранного металіста. Гра вийшла скоростна, якісна, і зрителі були довольні, я думаю. Вшанували і видатних земляків. Відкрили меморіальні дошки героям соціалістичної праці Олексію Логвиненко та Ульяну Якимчуку. Традицією, яка усім полюбилася, стало проведення на День селища конкурсу «Маленьких красунь» – «Мініміс». Його учасниці із перших хвилин підкорили глядачів і журі своєю чарівністю. Організувати свято мешканцям Комсомольського допоміг народний депутат України Євген Мураєв. Сьогодні ми відмічаємо День поселка, чествуємо лучших жителей, которые работали весь этот год на то, чтобы поселок стал лучше, благоустроеннее. Сегодня будем дарить подарки, как всегда, на день рождения, школам, детским садам, медицинским учреждениям. Ну, вот ко дню поселка было сделано совершенно новое освещение, диодные фонари. В общем, стараемся делать своими руками то, что действительно улучшит комфорт жизни в этом населенном пункте. А поселок у нас лучше. Я хотел бы пожелать всем мира достойного, нормальной работы, спокойствия, благополучия каждой семье, ну и, конечно же, развития нашему поселку. З праздником. Євген Мураєв дуже багато робить для селища, розповідають у Комсомольському. Зусиллями народного депутата та його команди встановлено сучасне вуличне освітлення, у дітей з'явилися нові ігрові майданчики, енергозберігаючі вікна у лікарні та бойлери у школах. Надається велика допомога і творчим колективам та спортсменам селища. Он нам подарил на 50-летие очень хорошую видеокамеру, хороший фотоаппарат. Сейчас опять вот в лекционный зал сегодня будет большой телевизор подарен. Это уже дети смогут смотреть свою жизнь в таком крупном, интересном плане. Ну, крышу нам сразу он нам сделал ДК крышу. Очень многим он помогает так. Я даже не называю помощью его финансовую помощь. То, что он дарит подарки, то, что вот вы можете посмотреть вот этот комплекс в прошлом году он подарил несколько комплексов, в этом году уже детских он подарил. Это подарки, это личная его инициатива, он любит и наш населенный пункт, и свой родной Измейской район, и помогает всевозможно. А самая основная его поддержка – а помощь в решении определенных вопросов, те, которые на местном уровне решить практически невозможно. Для этого мы его выбирали. И он вполне, я считаю, справляется как депутат в помощи своим округу. На день народження до Комсомольського народний депутат Євген Мураєв приїхав не лише із подарунками, а й привіз приємну новину. Зміївська ТЕС найближчим часом знову запрацює. Саме основна проблема, яка касалась нашого поселка, слава Богу, вдалося її вирішити. З 1 октября станція заработає в режимі одного котла, з 15 числа 1+1, 1+2. Ми всі будемо з теплом, з гарячою водою. И жители наши будут с работой. С праздником!